вами здесь и сейчас. Поэтому, ребятки, я вас поздравляю. Мы именно там, где есть все. Больше нигде ничего нет. Всем привет из Крыма! Привет, народ! Привет! Сегодня мы на Масонарском пляже, сегодня открытие сезона. Здесь происходит что-то невообразимое. Всяких вещей понавывешивали. Да, и еще потом мы покажем, что все-таки на все основная достопримечательность, любимая многими здесь, уже на месте. Чуть позже. Сразу сколько людей на пляже. Никто не купается, водичка холодная. Хорошо, что солнце. Мы можем что-то другое. Значит, лучше все бы спеклись. Спасибо. Так, что там еще сыграть? Хорошо танцуйте.
Отлично, отлично, отлично. Подходите к нам поближе, подходите, аплодисменты. Здорово. Добрый день, подходите поближе. Давайте знакомиться, как вас зовут? Настя. Настя, откуда приехали? Я знаю. Встречаем здесь людей, которые нас смотрят. Да. Спасибо вам большое, что отлично. Подходите. Мы вас смотрим регулярно. Вашими глазами видим Крым замечательный. Влюблены в него. И постоянно теперь будем нашими гостями. Спасибо. Хорошего. А вам хорошего отдыха. Спасибо большое. Так, а здесь у нас Алексей. Привет. Со своей супругой. Все уже его знают. У тебя новая камера, я прямо вижу, как у тебя. Ты видишь она себя, да? Да, я вижу себя. Так, тебе надо... Добро, до чего очень пошла? Очень удобно. Сразу можно. Леша сегодня приехал не на работу, а на праздник. Это что, да, со своими корешами. Не ожидали, нам здесь места заняли. Так, Фильм это наша Машенька. Привет. Вообще-то все благодаря ей. Она была шикарная погода, скажите. Вот я же говорю, хорошо, что не жарко. Бог нас любит, потому что завтра вроде опять дождь, и вчера был дождь. Мы все на накарвалоли неделю, все молились, мастера молились. Наши мастера раскладывали какие-то карты Таро, чтобы вообще понять, будет ли сегодня праздник. Все переживают, очень много крутых мастеров. Сегодня мы представляем 5 маркетов, это гордость, это мода, дизайн, рестораны, фермеры и дети. Это все крымские люди, которые создают просто совершенно уникальные вещи. Я думаю, что вы прогулялись уже, посмотрели. Мы вот сюда дошли, да. Вот и... еще осталось фермеры и дети, очень интересно. Вы под впечатлением? Да. Насколько крутые люди очень. Живут в Крыму. И насколько они... И насколько они с хорошим вкусом. Да. Насколько они создают крутой продукт очень мирового уровня. И я думаю, что... Вот и это есть... все здесь, в Ялте, в Массандровском. Вот, у нас уже чем открывается сезон? Мы открываем сезон для того гостя, который приехал, пониманием того, что Крым, вот он такой. Угу. Красивый, стильный, вкусный, совершенно европейский. Разнообразный, побоюсь этого слова. Поэтому сегодня у нас здесь праздник вкуса, открытие сезона. И, в принципе, собрали все, что было лучше в Крыму, мы сегодня собрали вот здесь, на этой площадке. Поэтому кайфуем, наслаждаемся, подпеваем и проводим классно. И пританцовываем. Спасибо, Машунь. Перерывчик. У нас сегодня тоже свой пикник.
взяли дабл чизбургеры. Короче, бургеры взяли. Ура, ура! С музычкой сегодня. Приятного аппетита. Ура, Яна, еда! Лучшие места. Камчатского краба теперь хочется. Бургер почти втоптала. Кого? Краб. Яна, это мы поедем на Камчатку. Вот будешь там камчатского краба есть тогда. Но это будет не скоро. Слушайте, я сижу и думаю, весь пляж украшен вот этими ленточками. Думаю, сколько километров этих лент они нарезали и теперь сюда вот это попривязывали. Боже мой. Везде по всему пляжу украшения такие. Людей все больше и больше. Все стягиваются, знаете, точка притяжения нашей Ялты. Сегодня там Массандра Бич. Кстати, погода супер. Действительно, нам подфартило, так сказать. Да, нету ни дождя, нету ни яркого солнца обжигающего. Так что прекрасно себя чувствуют. Просто бомбическая атмосфера. Если вы приедете в Ялту, здесь будет проходить какой-нибудь арт-микник, который тут достаточно часто проводится. Праздники, там всякие презентации какие-нибудь. То есть обязательно сюда заходите и наслаждайтесь этой атмосферой. Очень круто. Смотри. Анна, вот тем временем в Сочи Юля показывает. Ух, нифига себе. А у нас тишь да благодать. Так, смотрите, что я вам это выбил. Что? Это радует, что нас приближает все к Европе. Улитка виноградная, которую кладут, по-моему, на сутки. Она живет в муке, чтобы набрать вес. Она ее потом... Да. Она набирает вес и потом ее готовят. Это вот для меня это ностальгия по Парижу. О боже, а где твой вот этот берет? Я не могу. Пробуй. Это реально очень вкусно. Я не знаю, многие бредуют, но мне очень нравится. А да, где она там? Вот, да, спокойненько достаю. Ее не... А, есть. Сюда. Да. Она еще боится. Шевелится. Да, подтяну, вот. И аккуратненько съела все. Давай, пожалуйста. Огромная внутри. Класс, мне повезло. А ты когда-нибудь ела в жизни улитку? Я никогда не ела, но всегда хотела попробовать. То есть это первый раз? Да, это моя первая улитка. Ну, давай. Прекрасный кусочек мяска. Между прочим, нежненький. Это чистый белок. С сырным соусом, да, я так поняла? Нет, это масло тебе дает это. А, это масло, масло? Да, сливочный вкус да, такой. Да, сливочный а вкус. А давай расскажем, сколько по ценам. Очень это вкусно. Вот такое блюдо, да? Вот это блюдо 500 было. Рублей здесь на фестивале стоит. Это сколько там у тебя улиточек этих получилось? Ну смотри, вот сколько дырочек, столько было. Уже что-то было подъето. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 здесь было. То есть даже не по 50 рублей, а чуть-чуть меньше выходит улиточек. Даром, понимаете, даром. Надеюсь, это наши крымские. Да. Те, кто не доживает на винограде. Пойду-ка я в огород. Сегодня схожу. Нет, ты что, главное, не все подряд. Да я шучу, я знаю. Ты же знаешь, это только виноградная, да, потому что сейчас наедитесь. Вышло солнышко. Продолжается. Выступает Маша и Медведь. Кто знает?
Юля там зависла, Маша у медведя слушает, танцует. Зона для покурения. А мы еще забыли показать, да? Поддержку местного производителя. Что здесь у нас производят? Сейчас посмотрим. Так, хлебушек местный. Там еще должен быть. Лучшее место, чтобы забить на диету. Диету? Вот первое, что я выступила, потому что я сахар вообще не ем. Но я очень хочу печенье без соли. Ага. Да, это очень вкусное американское печенье. Это орешки. Это вы сами делаете? Это, конечно. А где вы это все делаете? Это мы все делаем в Симферополе и привозим на ярмарки, на Федюхины высоты. Мы ездим на Качи-базар, мы ездим, да. Угу. Привозим еще сюда. Это такая штучка. Да. Также поставляем сладости с недавних пор в Алмаштубинке, в винный магазин. И, в принципе, так сказать, создаем крымскую гастрономию. Делаем мир немного лучше. Друзья, ну, конечно, здесь собрались многие местные, да, я встретил Ваньку, своего друга, который занимается арендой частного жилья в Ялте, у него больше 1000 уже предложений, да, да. Постоянно собирает. Кто еще не успел забронировать жилье, обращайтесь к Ивану, ссылочку оставлю в описании. Надо что-то добавить. Вот скажите, какой-нибудь еще пляж вот в Крыму или в России может похвастаться такой атмосферой, как в Ялте на Массандровском пляже? Он конечно, единственный нет. Такой. Вот, кстати, напротив нас он сидит, Мария Макарова, да? Вот, да, которая только что отбабахала акустический концерт прямо вживую, прямо на пляже, все в восторге были. Вообще, я тоже. Попробуем взять у него пару слов. Мы хотели узнать, как вам атмосфера в Ялте. Нравится Массандровский пляж? Шикарно. Видели вы где-то еще в России такое? Где такое есть вообще? Вот такой атмосферой пляж. Просто пляж, но вообще ничего нигде нет, кроме здесь и сейчас. Поэтому, ребятки, я вас поздравляю. Мы именно там, где есть все. Больше нигде ничего нет. Круто. Я так счастлива, что вообще вот у вас... Пританцовывала. На самом деле, да, было очень приятно. Спасибо. Спасибо, что приехали. Да, спасибо большое, что приехали. Очень приятно было атмосферно вас послушать. Сколько раз мы температуру еще ни разу не мерили. Вы знаете, я похожу по кругу. То сверху, то обойду, с другой стороны спущусь, то с этой стороны. Мне постоянно меряют и меряют. Раз 10. Уже точно. Я думаю, может, у меня уже поднялась она? Нет, 35,3. Вот так. Так. И сейчас куплю себе лавандовую брошку. Ой, я вас знаю. Здравствуйте. Лавандовая брошка – это прекрасно. Ой, у нас текстильные игрушки. Текстильные игрушки? А где вы их производите? В каком городе? В Севастополе. В Севастополе? Да. Ага. Как вас найти? Дайте визитку. У нас ялтинские чайки, мы за хвост поймали. Вот, пожалуйста. Визитки у меня все разобрали. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про свою продукцию. Где вы ее производите? Производим дома. Дома в каком? В уюте, да? Да. В каком городе? Вяжет ребенок, Симферополь. Ага. Вяжет ребенок, я даже, помогаю. Даже вот это ребенок? Вот, кстати, ребенок вяжет. Ничего себе. Не очень такая, вот такие вот. Дизайн. Ничего себе, представляешь? Я из города Севастополя, занимаюсь я валянием. Валянием? Да, ага. Это такой старинный способ. Валяю я игрушки иглами, называется сухое валяние. Очень много игрушечек, брошечек. Здравствуйте. Здравствуйте. Уделите нам минуточку. Пожалуйста. Расскажите, что вы производите. Ой, у нас тут музыкальный стол, в общем. Начиная от духовых. Это вообще такая крутая тема. Да, ну, она у нас все создает... круто. Начнем с варганов. Ага, варганы как всегда. Ага. Мне кажется, сейчас зубы повываливаются. Слушающие причем, да? Так, что это? Смотрите, у нас еще есть духовые такие инструменты. Ага.
дальше идем, дальше идем, дальше идем. Калибы. Вот. А кто это все придумал? Класс. Вот он, все, мне кажется, нет. Ну, это самое радость. Ага. А скажите, пожалуйста, вот мне интересно, сколько такая маленькая стоит? 8500. Да, это такие не дешевые. Здравствуйте, расскажите, что вы производите, в каком городе? Мы производим сыры в Алуште, делаем коровье, козье молоко, йогурты, белой плесенью с голубой. Приезжайте к нам в гости, все можно попробовать. А, это не ваше, да? Увидеть, это наше. А, ваше, чудная лаванда? Да, да. Здравствуйте, а что вы производите, расскажите? Хорошее настроение. А в каком городе вы квас производите? Балаклаве. Балаклаве? Севастополь? А это все квас такой разноцветный? Да, это разноцветный. Реально? Квас. Я такого я не видел даже. Естественное брожение, овес в основе, мед, изюм. Квас овсяный. И фруктоза. Никаких пищевых красителей, все на травах, ягодах. Квас, а это у вас что? Это масло холодного отжима, миндаль и кедр. Угоститесь. Масло косметическое для лица, разные вкусы. Мандарин, пачули, роза, лаванда, крымская. Классический шафран. Квас. Квас, это я не видел квас. Смотри, молочные какие эти, бутылочка. Попробуйте квасом. Так, лавандовый квас. Внутрь снимайте. Ничего себе. Конечно. Такого цвета, посмотри. Реально квас? Он фиолетовый, как лаванда. Реально вкус кваса, только запах лаванды. Я такого не видал. Да? Очень необычно. До чего техника дошла. Вообще необычно так. Такого цвета, это без красителей, понимаете? Здравствуйте, расскажите, здравствуйте. Что у вас здесь интересного? У нас здесь самые вкусные конфеты. Конфеты? Кейк и с кешью. Самый классный урбеч и сыр с кешью. А где это вы производите? У себя дома. Ну, в каком городе? Ялта. А вы из Ялты? Сейчас это Ялта. Сейчас это Ялта. Попробуйте тоже. Да, обязательно. А это что такое? Это ваша визитка? Курага и имбирь. Вот наша визитка. Ну, дайте. Вот. А наша визитка вот здесь, на QR-коде. А, вот. Да, за QR-кодить нас можно. Сейчас. Вот то, что... Дайте мне тоже понюхать, пожалуйста. Чего вы тут нюхаете? Пахнет. Юляшка, это лаванда. Давайте два. Это вы выращиваете, да, лаванду? Да, мы вот. Выращиваем лаванду. В Сарайском районе небольшой участок. А мы посадили сами с нуля современные сорта. У нас ручная обработка поля, ручной сбор, никаких химикатов. Вот. Соответственно, все, что собрали, все переработали. Больших запасов нет, и каждый год у нас новый урожай, новые цветы. А мне, по-моему, не попадались когда-то. Вот говорит, да нет, немного, 12 тысяч подписчиков. Ничего себе! Нет, смотри, вот именно мыло лавандовое. Это мне подарили. Да. Да ладно. Да. Спасибо большое. Ялта Фэмили. Вы лавандовцы? Здравствуйте. Расскажите, что у вас за продукция, где производите? Добрый день. Летняя легкая крафтовая пивоварня из города Севастополя. Молодые ребята запустились 2 месяца назад. Оборудование австрийское, делаем крафтовую движуху. В Севастополе, да? Сами приехали из Питера, да. Вот наша вся линейка, один лагерь 5 элей, 2 американских элей, 2 пшеничных пива. Инстаграм Летобрю, он у нас очень сильный, но мы раскачиваем только его. И вся информация у нас там. Пшеничное пиво с добавлением лаванды даже. Вот. Лаванду уже добавляют, по-моему, куда только можно и нельзя. Очень интересно. Да,
немножечко, но мы сегодня вам показали местных производителей, которые здесь представлены. Кто-то уже ушел, потому что уже вечер, уже 18:47. Скоро будут включать, хотела сказать, елку, но нет, это будет Эйфелева башня вот здесь. Меня больше всего удивило лавандовое пиво и лавандовый квас. А у меня лавандовое мыло теперь есть. Ну, мыло это нормально. Почему? Потому что лаванды здесь много у нас в Крыму выращивается. А еще меня удивило, что все-таки это у нас маленький Париж. Потому что тут есть Эйфелева башня и есть, я сегодня их попробовала лично, улитки виноградные. Очень вкусные, в маслечке там запеченные. Сухарики очень даже с орешком. Мыло будешь пробовать? Кого? Мыло. Конечно. Кстати, хотелось еще отметить, что здесь в Массандре единственные бесплатные туалеты. Солярий. Да, мы сейчас идем по новому солярию, который недавно. Это он точно, потому что тут еще доделывают. Смотри, этот успели, ну, получается, ну, да? Ну, тут доделают, да. Это, смотри, какой новенький, классненький, смотри, стильненький. Ну и башня, конечно, старая. Ну, ты, конечно, смотри, какие фотки классные. Конечно же, наш маленький Париж на месте. Красота. Кстати, становится прохладно. Ждем очередь. Тут теперь, как всегда, очередь. Фото, как бы, о, смотри, дурацкие фото с поддерживанием чего-либо, или делаем вот так, о, я сейчас ее уроню. Давай-давай, мы буквально вчера присмотрели этот ролик. Было, блин, тепло, потом такая вообще погода стала, что уже. Можете себе помахать ручкой. О, нет, спасибо. Передаем себе привет. Друзья, ну мы завершаем сегодняшний блог. Кому понравилось, кому было действительно интересно и полезно, поддержите пальчиком вверх, поделитесь с друзьями, не жадничайте. Подпишитесь на канал. Если вы будете вдруг в Ялте, обязательно посетите Массандровский пляж. Тут совсем другая атмосфера, нежели во всем Крыму, да, он один такой, больше, чем пляж. А мы с вами прощаемся и говорим до скорых встреч. Пока-пока.